Здравствуйте, меня зовут Тимофей Воронкин. И это мы вышли на природу, чтобы подышать свежим воздухом и покушать. Ну, значит, колбаски-то такая, а вот, например, зефирки. Мы вот лично никогда не пробовали зефирки. И вот видели, когда жарят зефирки. Обычно они такие квадратненькие. Их вот так делают и жарят. Были только такие. Были обычные. Ну, наполовинку разрезали и накололи на такой деревянный шампур, который мы тоже вырезали. Ну так к чему это я все веду? Потому что я сейчас буду его жарить. Так, смотрите. Ну жарь. Я пока покажу, какой красивый закат. Смотрите, жарю я не на полметра, как обычно, а прям над огнем, вот так. Правильно, собрать все канцерогены. Ты знаешь, звук метро нас выдает. Я думаю, что он будет слышен. И все догадаются, что мы на гидропарке, а не на какой, не на природе. Вот так, видите, горит. А горит. Но это горит. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Вот, так и надо. Так, чтобы оно... Оно тут неравномерненько. С этой стороны заворачивать, и чтобы следующая сторона тоже должна поднять. Вы думаете, это все неправильно? Так и надо. Ну давай, похвастайся на камеру. Как ты зажег этот костер? Это история классная. Сначала мы маленького хвороста наложили, а потом, оказывается, мама взяла кресало. Кресало и одну шоколадку зажигала этот костёр. Зажигала. Сначала мне вышло, но я поджёг только одну спичку, которая, к сожалению, сгорела просто так. Пришлось опять поджигать. Так, значит, еще вот в сторону. Вот. Тихо, она сползает. Ну, в принципе, все, хватит. И это съедобно? Вот вы думаете, зефирка поджарили, она немножко подкоптилась, стала такой, вот такого цвета. Она ничего подобного. А вот такое, наверное, вкуснее. Так, значит. Ну еще пока горячий, немножко. Ну. Ладно. Ну кто понимает, сейчас слюнями стечет. Да, кто понимает, слюнями стечет. Ну культурнее, да. Все-таки. Мы в лесу. Ну что? Какого очень вкуса? Вкусно. Вот это то, что черное подгорелое. То, что оно подгорелое, даже не чувствуется. Я бы даже это не назвал подгорелым, я так назвал бы. Он дикий зверь. Бежит. А колбаска-то у нас осталась. Сейчас этот дикий зверь учует нашу колбаску. Так, подожди, я не договорил. Ну расскажи. Значит, оно очень вкусное, а вот тут очень мягенькое. Я просто про колбаску переживаю, он все ближе и ближе. Я не договорил, смотрите на меня. Оно тут такое мягенькое, а тут тверденькое. А когда кусаешь, очень вкусно. Маленькая, сладенькая. Ну ты мне хоть кусочек оставишь попробовать? Ну все, на этом. До свидания. До свидания. С вами был Тимофей Воронкин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго. До свидания.
Ну, как горит. А Тимоша в это время... На полянке у болота встретил кое-кто кого-то, а чего-то, почему-то кое-кто сказал кому-то: «Съем тебя я на обед», а в ответ услышал: «Нет». Кое-кто как сиганул, кого-то обманул, только видели его на полянке у болота никого и никого-то. А я Н. Студия Звит, 2015.